Автотранспорт – это не только автомобиль, а также груз, ну или пассажиры, которых он перевозит. Это еще и логистика. Понятие, которое объединяет комплекс мер, призванных сделать так, чтобы груз был перевезен из пункта А в пункт Б по оптимальному маршруту и за минимальное время. И здесь большую помощь оказывают системы мониторинга. Ольга Кудаярова заинтересовалась системами мониторинга 10 лет назад. Физик по образованию, она посчитала это направление очень перспективным для развития бизнеса. Как это часто бывает, помог случай. Случайно встретилась с представителем, с директором CityPoint московского головного предприятия, который производит оборудование. И мне понравилась очень беседа про систему ГЛОНАСС, про GPS. В 2013 году перспективным показалось направление тахографов. На рынке цифровых тахографов в Тверской области CityPoint был первым. Стоит отметить, не то чтобы до той поры тахографов как таковых не было. Были, но все ограничивалось установкой приборов. Они были вставлены вместо спидометра, и водитель на нем видел как скорость, да, так и свой километраж. Открывается и вставляется сюда шайба. Раньше было все на шайбах. Вот, шайба выглядит примерно вот так вот. То есть мы эту шайбу вставляем. Сначала заполняем водителя, да, водитель заполняет свое имя, фамилию, когда он начал движение, его километраж предварительный, да, прежде чем он вставил шайбу, он должен ее заполнить. Вот. Потом, когда он проехал 24 часа в сутки, вот, он должен эту шайбу вынуть и дозаполнить, посчитать разницу между километражами и написать, сколько километров он проехал за сутки. Понятно, что все это рассчитано на очень честного работодателя. А такие бывают не всегда. Кто-то заставляет водителя крутить баранку чуть ли не круглые сутки, дабы любой ценой как можно быстрее доставить груз. А ценой может быть ДТП, потому что измученный водитель просто заснет за рулем. Этих и многих других проблем позволяют избежать современные тахографы. Некоторые водители используют подмотки. Тахограф это тоже видит, учитывает, что они подматывают там километраж, чтобы слить топливо. Все это видно. Тахограф все это учитывает, уже никуда не стереть, ничего не убрать, никуда не деться. После ввода закона о тахографии, а именно 36-го приказа Министерства транспорта, число ДТП по причине сна за рулем сократилось несколько раз. Он заставляет водителя быть более ответственным к своей работе. Ну, даже не засыпать за рулем, надо отдыхать. Боится наказания. В Европе наказания очень строгие, не то что у нас. И там ездят по тахографам, уже привыкли. Мы привыкаем к этому, наверное. Стоит отметить, что установка тахографов – дело обязательное. Для многих категорий транспорта, в том числе и для физических лиц. Причем, если это мы сейчас еще привыкаем, то что говорить про реалии 2013 года? Тогда на рынке современных тахографов царил хаос. Появление сертифицированного и лицензированного предприятия стало настоящим явлением. Для многих было вообще открытием. Вот, допустим, вчера даже разговаривал с одним из первых наших клиентов, Кипрская ТРСУ. Они говорили тогда, вы у нас были первые, то есть хотя были предприятия без нас еще какие-то, но занимались кустарно достаточно. Подключали там машины, ну, не знаю, не скажу, что некачественно, но достаточно так, скажем, не объясняя, чего не оказывая никаких дополнительных услуг. Правда, перед этим Ольге пришлось самой изучить этот самый тахограф, что называется «до последнего винтика». В самом начале было трудно на самом деле, но у меня был руководитель мастерской, который заставил меня разобраться самой во всех деталях, мелочах. На самом деле я могла бы установить датчик сама. То есть я полезла в машину, я сама бы установила и датчик, и тахограф. Все умела делать сама. Поэтому я знала, что сколько стоит, что сколько времени занимает, и во всякие нюансы и мелочи. Знанием нюансов и мелочей она удивила коллег по бизнесу на одной из конференций. Самое интересное, что из ее участников она была единственная представительница прекрасного пола. Мы приехали на конференцию, женщины были только со стороны организатора. Компания «Штрих» организовала конференцию тогда. Я была действительно одной женщиной в зале, то есть вокруг меня мужики в пиджаках, в галстуках, в основном все такие, все солидные. И мне было очень неловко, думаю, действительно, что это я приперла сюда. Там обсуждался вопрос какой-то по поводу как раз ремонта и обслуживания. И я сидела в нетерпении, слушала, то есть я понимала, что у меня очень много к нему вопросов есть, но мне как-то неловко было их задать, боялась показаться дурой.
Вот, когда, значит, он закончил выступать, я поерзала, говорю, я хочу за вопрос задать. Задаю вопрос. Говорит, очень интересный вопрос. У нас тут время обеда. Если ни у кого больше не интересует ответ на этот вопрос, давайте, говорит, вы пойдете на обед, а я вам отвечу так. Все такие вокруг мужчины сразу же. Нас тоже нам интересно, давайте мы послушаем. Вот мы разговаривали с ним, он мне задавал вопросы, я ему отвечала. То есть мы разговаривали минут 20, наверное, там 25, и никто из зала не вышел на обед. С первых дней работы City Point Тверь начал заметно выделяться на фоне коллег по региону. В первую очередь за счет сервиса. Мы сразу стали делать упор на сервис. То есть, чтобы было все понятно, доступно, чтобы было подключено максимум функций, чтобы был контроль топлива. И мы не просто впендюривали датчик мониторинга в машину, то есть мы еще объясняли, как этим датчиком пользоваться и какую выгоду он может принести предприятию. Для того, чтобы понять, чего стоит этот самый сервис, надо хорошо понимать географию работы City Point Тверь. От Дубны до Западной Двины. Года 4, наверное, назад, 5, мы внедрили двухразовое обслуживание, профилактическое. Мы выезжаем бесплатно, диагностируем оборудование, все подкручиваем, подверчиваем и так далее. Ну, то есть, может, чтобы болтик раскрутиться, так вот. Если ребята, пользователи, кто-то следит достаточно хорошо за своей машиной, он, естественно, будет проверять. Если машина со связи пропала, он знает, что машина есть, и тот сразу же нам звонит. Мы сразу же выезжаем, неисправности ликвидируем. То есть все как бы работает хорошо. Кстати, мы по всей области ездим, ребята мобильные очень. Вообще молодцы. Причем у нас установлено, что в договоре, что срок реагирования максимум в течение 2-3 дней мы должны устранить недостатки. Недостатки в работе время от времени пытаются выявить и у самого City Point Тверь. Проверяющие. Да-да, бизнес по установке тахографов курирует целый ряд структур, в том числе и ФСБ. Правда, и тут компания оказалась на высоте. Нормально относимся к органам проверяющим, потому что, в принципе, должно все быть по закону и все правильно. Поэтому, в общем, если у нас что-то неправильно, мы исправим. Приходили, проверяли один раз со словами: мы сейчас вас проверим, посмотрим, как надо других проверить, как надо, как должно быть, и потом других проверим на этом основании. Но особенную ценность представляет мнение партнеров. Например, компании «Штрих-М», которая поставляет оборудование. За годы нашего сотрудничества компания City Point Тверь показала себя настоящими профессионалами. Прежде всего по установке тахографов, по активации тахографов. Компания прошла обучение в нашем учебном центре и осуществляет гарантийный ремонт наших тахографов. На сегодняшний день в стране порядка 800 компаний устанавливают наши тахографы, но только 220 мастерских имеют право ремонтировать их и наделены такими полномочиями от нас, как от производителя. Многие вопросы по отработке тахографа с модемом мы решали вместе с компанией City Point Тверь. Неравнодушная компания, которая постоянно хочет усовершенствовать и свою работу, и наш продукт, и быть полезными транспортным перевозчикам. Неудивительно, что клиенты сразу же потянулись к тверскому City Point. Сейчас количество фирм, с которыми он сотрудничает, достигло 3500. Причем это совсем не обязательно только коммерческие организации. Перевозчики грузов, водители автобусов, водители легковых автомобилей есть. То есть, например, допустим, администрация области, администрация города, дорожный фонд пользуются нашими услугами в той или иной степени. Любой вид автомобиля может быть оборудован системой мониторинга. И дело не только в сервисе. В City Point Тверь всегда старались построиться под заказчика. То есть заказчику нужно какие-то особенные услуги, допустим, какое-то направление деятельности нужно отразить в мониторинг более точно. То есть мы берем приборы в зависимости от его желаний, во-первых. Во-вторых, City Point — это сегмент дорогого прибора. То есть как бы оно надежное, но достаточно дорогостоящее. Мы работаем с разными сегментами, дешевое, и среднее, это по цене и качеству, и дорогое оборудование тоже. Так что современное оборудование – это, по сути, самый настоящий компьютер. В последнее время приборы работаем с очень хорошим оборудованием, которое вообще, в принципе,
подключается к коншине любой машины, сразу же считывает данные все, которые в машине заложены. То есть там и показания и топлива, и температуру, и все на свете именно с машины самой, с панели приборов. Дорожный фонд оборудовал дорожные предприятия, которые убирали улицы, дороги города и области. Оборудовали системы мониторинга для того, чтобы эту информацию, на основе этой информации, передаваемой в том числе и нашими приборами, начислять оплату по контрактам, по госконтрактам. То есть они проверяли работу. Кстати, дорожники – одни из самых наших активных пользователей, потому что они как раз, многие пытаются использовать там опускание ковша, допустим, то есть как бы или нет, то есть вот эти вот датчики дополнительные, они стараются их использовать. Правда, далеко не все предприниматели понимают выгоду от использования возможностей систем мониторинга на все 100%. Вы всегда будете знать, где находятся ваши сотрудники и ваши грузы. Также оперативно принимать решения, допустим, куда поедет ваша техника. Это позволяет сделать бизнес прозрачным и сэкономить деньги на топливе, на ресурсе автомобиля. Мы контролируем, насколько агрессивно ездит водитель. Это отображается резкими ускорениями, торможениями и превышением скорости. Можно составить рейтинг водителя и премировать или депримировать водителя. До сих пор немало тех, для кого это просто нехитрый прибор для отслеживания скорости и маршрута передвижения автомобиля. Наши пользователи используют только там 20-30% максимум. Очень мало клиентов, которые используют возможности программы и оборудования там на 100%. Очень мало, к сожалению, очень мало. В основном смотрят все так же те же параметры. Местонахождение, маршрут, расход топлива. То есть как бы можно на самом деле подключить к топливную карту, можно мерить температуру, можно контролировать режим движения водителя. То есть водитель резко затормозил, сигнал может подать система мониторинга. То есть это достаточно удобная вещь, вообще контроль движения водителя. Страховые же, знаете, что требования изменяются. Например? Но страховка будет меньше, допустим, от того, что если водитель ведет, не нарушает правила, ведет как бы не резко не тормозит, и резко не ускоряется, то есть у него спокойное вождение. То есть там какие-то у него поблажки есть, снижение тарифов. То есть как бы вот такие вот вещи у нас уже давно существуют. Мы сейчас по системе мониторинга подключаем пожаротушение автономное. То есть это тоже как бы интересная система. То есть может собственник видеть в машине, если оборудованный датчиком пожаротушения, он может видеть еще и температуру двигателя, например, допустим, и сработку датчика, или температуру, допустим, в гараже и сработку датчика. Но вернемся к тахографу. Его непосвященный запросто может спутать с обыкновенной автомагнитолой. Такое сходство не случайно. Разъемы для магнитолы есть практически у каждого автомобиля. И чтобы нам не вырезать никаких дополнительных отверстий, да, и в панели автомобиля, придумали так, что мы просто в разъем вместо магнитолы или рядом с магнитолой вставляем его. То есть тахограф вставляется так же просто, как автомагнитола? Да, да. Тут есть направляющие, у каждого тахографа они свои. То есть мы вставляем сначала вот такую рамочку, вот, и в эту рамку вставляем тахограф, он защелкивается на защелке и уже никуда из этого места не выходит, да, не выпадает, ничего с ним не случается. Сам тахограф состоит из нескольких блоков. Среди них есть самый настоящий черный ящик, говоря авиационным языком. Блок СКЗИ, что расшифровывается как система криптографической защиты информации. Записывает в себя всю информацию, шифрует ее и сохраняет в течение 3 лет. Вот, этот блок нужно менять раз в 3 года. Так же, как и поверку на автомобиль, и калибровку выглядит. Собственно, вот так вот. Такая вот коробочка. Черненькая. Вот. Хватает его на 3 года. Имеет он вот такой разъем, с помощью которого он считывает сами данные, да, с тахографа и антенну. Кстати, важный аспект качественного сервиса – это еще и то время, которое затрачивается на обновление тахографа. У специалистов компании CityPoint на это уходит не больше часа. Снимается тахограф довольно легко. По сути, выдергивается так же, как магнитола. Далее все идет по отлажной схеме.
После этого мы его активируем, занесем в блок СКЗИ все данные о владельце, о транспортном средстве, там ВИН-номер, государственный номер автомобиля, регистрационные данные владельца. Вот. После этого нам придет ответ, да, из Москвы о том, что все, можно тахограф активировать. Мы его активируем, после чего ставим обратно, опломбируем все разъемы. То есть вот здесь мы поставим крышечку специальную, чтобы разъемы нельзя было вытащить без повреждения пломбы. К слову говоря, помимо этого, специалистам компании CityPoint Тверь нередко приходится заниматься еще и ремонтом тахографов. Русский человек пытается нет-нет, да проявить смекалку там, где это не требуется. Водители суют туда все, что хотите. Заряжают телефоны от тахографа. Перенапряжение, машины старые, платы, картридеры. И еще одним фронтом работы является обучение. Не только покупателей тахографов, но и, например, сотрудников ГИБДД. Когда-то и они обучались в CityPoint Тверь. С тех пор прошло немало времени, но ГАИ до сих пор иной раз обращается сюда за консультацией. Однако самое удивительное, что тут учат даже прямых конкурентов. Мы еще обучали работе и допуски делали нашим конкурентам. Но, как они говорят, мы не конкуренты, мы партнеры. Они очень благодарны нам были всегда. То есть, как бы наши ребята сопротивлялись, но мы поговорили с ними. То есть, говорю, ребята, если у нас будут наши конкуренты грамотно ставить тахографы, это же, говорю, лучше, чем мы потом будем переделывать. Должно быть хорошо потребителю, в первую очередь. А кто лучше оказывает услуги, к тому и придут, наверное. То есть если у нас хуже, чем услуги оказываются, чем у наших конкурентов или там партнеров, как они это называют, они уйдут к ним. Ну, во всяком случае, пока наша база клиентов не уменьшается, только нарастает. Но, конечно, все это было бы невозможно без тщательно подобранного профессионального коллектива. Он довольно компактный, 15-17 человек. Все друг друга знают, часто проводят время вместе, занимаясь тем, что сейчас называется тимбилдинг. Кого-то привела сюда сама Ольга Кудаярова, кого-то другие сотрудники. В CityPoint меня позвал мой друг. Работаю в данной фирме уже 6 лет. Коллектив устраивает, работа умственная, хорошее руководство, стабильная зарплата. Мне все здесь нравится. Немаловажным фактором является довольно редкий для эпохи развитого капитализма метод комплектования кадров. Я принимаю на работу людей иногда потому, что из-за их человеческих качеств больше. Когда мне их рекомендуют, когда просят, которых я знаю, скажем так, больше. И очень часто я веду бизнес, подстраиваясь под человека. Это может быть неправильно на самом деле. Не так давно Ольга Кудаярова, передав бразды правления Алексею Яковлеву, решила переключиться на новое направление работы – на консалтинг. Нет сомнений, там у нее тоже все получится. Как получилось в CityPoint Тверь, который с заслуженным юбилеем поздравляют клиенты, коллеги и партнеры, многие из которых успели стать просто друзьями. В этом году компания CityPoint Тверь отмечает свое десятилетие. Хочется пожелать компании не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои знания, умения. Сотрудникам компании хотелось бы пожелать крепкого здоровья, хорошего иммунитета, благополучия. Ну и, как говорят в нашей компании, добавить свой штрих в стандарты надежности и качества.